Воу-воу-воу, повар. Повар профессиональный, повар. Evil Empire, laughing all the way to the... Мужики, блядь, передачи не работают, съебите. Съебалим, ну. Окей. Мы делаем грязь на улице Вязов. Ебашим без завязов и... Дави говно, блядь! Все попытается вытащить колонку со второго этажа. I look the everything so. Ебаный дол. Он! Степан водила в этой машине, он везет нас домой. У нас куча вещей. Мы в говно. Да, дебил. Дебил, мама смотрит видео. У меня похоже водительский перчаток сюда? Нет. Куда? Не, блядь, ничего, нормально. Когда крыса укусила, блядь. Кого тебя? Когда успела, блядь. Сука. Ой, блядь. Я извиняюсь. А? Правильно, правильно. Вот мы забрали вещи у каких-то бичей. Мешочек с оружием. Блядь, нет. Кому-то, а? Куда, блядь? Убежал! Дебил, блядь. Ай, чел. Ой. Страшно, сука. Вот Степа пытается вытащить матрас. Ай, блядь. Куда пойти? На кухню пойду я. Убирай. А это мой, что ли? Обосранный, кстати. Крыса, блядь. Я не заберу его. Заберем. Не видно, да? Нет, нихуя не видно. Ну так вот, немного, кстати. О, мышь дохла. Хавань. У Степан стоит, мы приехали в тур. Тур в Туборг. Чу. Обзор на полотенце. Обзор на iPhone. А, это этот. Блять. Нихуя. Иллюзия обмана. Бля, какой, блядь. Кто меня обманул, суки? Вот, Степа одевается. Ты понял, это сука. Да, просто трехлетней давности. Они из будущего. Степа долго одевается. Нет. Степа, быстрее. Это вонючая ворня. Да блин. Опа, бля. Оцените лук по 10 баллов, что ли? Вот, хорошо. Покройте. Я твою маму секс сделал, трахал. Новый, блядь, фалоимитатор Т-3000 Володя испытывает прямо на себе ваши ощущения. Охуенно. Колоночка. О, пузырёчек! Урожай, водочка! Там не слышно никого, а? О, сзади, сзади! Ебать! О, спасибо, это не было! Бля, я смогу снимать что-то? Нихуя. А, или хуя. Хуя.
Ребята, я нахожусь в каком-то подвале. Со мной гонится хаки-ваки. Я не знаю, что мне делать. Где-то я спрятался в шкафу. Он где-то рядом уходит. Но я не знаю, где. Он может появиться вообще в любой момент, понимаете? Очень страшно. Я не знаю, что я должен Сейчас начинается охота на новых жертв. Ну что? Какую тусовку очень запах лучшего яда, этих людей прыгать прямо на меня. Я её любя. Тузна моя карта, снова тузна моя карта. 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 Сегодня лучше лето, словно вечно. Ебать, экшн камера, блядь. Ты случайно ли у Скорсезе оператором работал? У кого? Ебать, у Скорсезе. Что? Так, ребята, 7 утра, внимание, вот оцените обстановочку, у нас есть стол, вот немножко бутылочек, мы пили немножко, это Олег ЛСД, это Андрей не ЛСД, мук. Вот там стоят алкаши ебаные, бля, что-то выебываются. Пьяному миллиарду. Да, я вообще в охуе. Самый пьяный на кухне, реально, мы вот трезвые. Мы ебаные трезвички, бля, ебнешься, блядь. У нас тут кальян, бля, Андрей нам коктейли ебашил, вот оцените. Всё, я вообще в ноль нахуй, бля. Ребята, вот так вот. Защитили тех, кто оказался в сложной ситуации. Блин, с Новым годом! Оцените колпак! Старшие поколения и семьи, где растут дети. Дети, они вечные дети. Бля, брат, за тебя. Мандарин. Отстаивали наши национальные интересы, безопасность страны и граждан. Нормально, ёбнул? Бля, обнялся. Бля, и по многим позициям мы уходим сейчас на реализацию стратегических задач развития. Такой маленький, что ты такой, бля? Конечно, нерешённых проблем ещё очень много. Плыли мы по морю, ветер, штурмал. Я стоял на лодке, держал весло. Чем доебало, и меня тепло. Рукоблуды, эшкери. Рукоблуды, ши. Короче, это типа больницы. Берешь вот так вот. Блять, ебать, сука. Давай вот так вот тебе покажу. Короче, вот эта бутылка, да, представь, типа берешь, типа, опа, блядь. И она улетает нахуй. Да, она улетает. Неважно. Ну-ка, либо шампунь, блядь. У меня шампунь, у меня. Ну-ка, блядь. Сука, охранник ебанулся. Пау-пау. Белый пау-пау, это сука, как-то. Короче, даже правило бармена. Первое правило, это нельзя, короче, пить, блядь. Поэтому вот я сейчас. Ты уже нарушаешь правила максимально. Я против правил, нахуй, ебашу только.
Потом второе правило, это нельзя там переклещивать руки, то есть вообще никак. Не, у меня похуй, как, блядь. Я наебашился и кручу, бля, бутылки. Ребята, барменская хуйня умеет только 1% на планете, нахуй, блядь. С локтя бутылку уебать. Сейчас. Хопа, и пацаны и бород били бутылкой нахуй. Хопа, блядь. Бля, на сейчас стекло улетит нахуй или кому-нибудь из нас в лицо, блядь. Воу. Блядь, это вот так вот. А я думаю, сейчас за хуйня, почему не получается? А это с двумя руками делается. А, нихуя. Я не знаю, вы вообще типа видели вы или нет, вы навряд ли видели даже. Да, навряд ли. Ща. Ой, горячо. Не хочу, я просто не умею. Никитос, засуни наггетсы. Смотрите, зрители, сейчас я поймаю этот мяч. Кто-то ударил уже. У меня чувство слуха помогает мне создавать реверберации. Я нахуй вижу. Что он несет, блядь? Вот он. А, это ты. Думал, я не замечу тебя. Собаки что-то чуют. Подожди. О! Снимать? Вот, этот человек сейчас. Его ничего били в окно ложкой, блядь, для обуви, но вот в эту форточку. Блядь. Сука. Еще раз. Давай. Дай забросим сюда. Давай. Давай, пошел, блядь. Бля, не, нихуя, сука. Ладно, погнали. Давай еще раз. Я так. Ну, блядь, короче, мы первый раз попали. Первый раз, бля, вы бы видели, как мы попали, нахуй, это вообще пиздец. Блядь, нам в обратку ее закинули, что ли? Да, сука! Да, блядь! Ну ты, блядь, анчоус, нахуй. На. Понятно, блядь. Понятно, сука! Блядь, петарды, нахуй. Твои родители случайно не петард, не пира, пидор, о, блядь. Нихуя. А, или хуя. Хуя. Блять, после коньяка нахуй в Карыч пришел и, блять, ебаного мельника. Блять, не надо, мы с вами через... Не надо, блять! Я уезжаю уже, можно сказать. Да, завтра напьемся. Бля, батя мой холодный. Да завтра как суки ебанем нахуй. Я завтра блевать, блять, буду дальше, чем... И завтра... Забор нахуй. Блять, чел нахуй. Надо каждый день ебашить. Мы я рожду, чтобы ебашить, блять. Да ебашить одно, блевать, блять, блять. Это все охуенно, но, блять... Так это одно и то же. Ебаш. Закрывайся. Кому можно пойти сейчас похавать? Здесь съемка запрещена, блядь. Кому можно пойти похавать, блядь? Камеру вырубай, нахуй. Кому? 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 А еще ебу. Бля, сука, вас не было, нахуй. Надо пойти к Богдану, блядь, похавать. Ой, к этому, к Володе, похавать голубцов. Когда мы с Богданом пол хаты нахуй не сбивал. Ты мне говорил. Да, ты не рассказывал про эту хуйню. Я бы поел. Бля, пацаны, я бы сейчас, блядь. Это легендарная хуйня была в цене, блядь. Я бы сейчас такого биг-тести заточил, нахуй. Бля, никто не в сети, нахуй. А я бы чизбургера. У меня 15 человек в сети, из них 14 заплатили, блядь.
Бля, идите нахуй, все просто. Ну-ка, сейчас будем угли раздувать еще раз. Хочу спалахуйку. Давай. Ой-ой-ой, засверкало, ебать, слушай. Ебать мой лысый череп. Тяу-тяу-тяу-тяу. Лайфхакер. Тихо-тихо. Жопа не грязная? Нет. Да, грязная. Ебать, ну у тебя кофта грязная. Она прям нихуёво такая. Ну ты... Не, она вот здесь. Ёберный. С той стороны. Что, раздувается? Нормально. Вот, активируем уголь, активируем. Так-то получается, да. Не устал дуть? Да не. Ебать, я будто набухался резко. Ебать. Ой, там трек прикольный играет. Настя, погнали, похуй нас слушать. Раздул? Коса. Раздул, блядь. Скандал, нахуй. Ебать, щипчики горят. Блядь, идите нахуй. Подуйте еще, бля, я только начал записывать, сука. Пацаны дули, блядь. Начнёшь уже нахуй этот. Нормально курило, да? Пацаны угля надышались, блядь. Пиздец. Вот они, пацанчики, рэпчик записывают. Вот Степан, вот Андрей. По морю ветер машет, вау! Зацените доширак, я ел анал! Вумен! Вумен! Маме на доллар, жопе на мама. В моих сиськах импланты, в моих сиськах импланты. Мои хати ебланы, таджики на хате. Блять. Ебать фокус. Сними сухарик. Ты гандон, блядь. Ебать, сори нахуй. Ебать. Оцените сухарь, блядь. Пум-пум-пум-пум. Это хлебки, блядь. Я почему с молоком, блядь. Че, блядь? Бля, я нихуя не снял. Приехали в хату. Сейчас будем. Ну что, ребята, всем привет, бля. Сейчас мы, короче, мы сделали, нереально ходим. Оцените. Стой, бля, я долбоёб, вспышка. Давай, блядь. Пизда, блядь. На пол нахуй. Вот оно, TLC, блядь. Очистка вашей квартиры за 500 рублей, блядь. Оцените нахуй, блядь. Богдан любит кокиш, блядь. Оно не оттирается, блядь, реально в кислоте, только в CO2, нахуй, блядь, он растворяет, нахуй. Это пизда, блядь. Там уже как плавит, блядь, в ведре ебаном, нахуй. Это пизда, блядь. Оно не оттирается, блядь, чел. Все, можно зажигалочку, блядь? Пока сон не надо, блядь. Ща.
Бля, это... Она работает. Ладно, нихуя она не работает, нахуй. Алло, не отдай, или твоя? Моя. Ладно, тогда не отдавай. Где твои деньги? Давай, блин. У нас пол горит, блядь. Как я эту хуйню возьму, блядь? Пиздец, у меня есть руки прожгёт, нахуй. Это пизда ебаная, блядь. Блядь, нахуй. Вот, ребята, не учился, блядь. Стал работать дворником, ёбнешься, блядь, нахуй. А, блядь! Сука. Уебан горячий, блядь. Закидываем в пакет, чтобы она просто лука пнулась, чтобы хата сгорела нахуй, блядь. Теперь вот так ебашим. Шии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 иii Бля, я упаковку сломал, пиздец, новогоднюю нахуй, ёбнешься, блядь. Если она пьёшь, то, бля, вообще, она нормальная. Сейчас гуляю, сейчас офинил. А нет, заебись, наебал. Вот так вон, блядь. Погнали. За мной, оператор. Пока ты делался. Ой, ребят, нахуярился. Боялся, блядь. Ой, бля, провлювался, пиздец, вообще трезвичком. О, некий тоже пошел блевать. Ну иди, 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 иди. Ладно, пусть пописывает. Если хату сжечь нахуй, то будет охуенно, блядь, типа чисто. Катя, дай ладошку. Дай ладошку. Да дай, блядь, заебало. Да не выебывайся, просто дай ладони. Просто дай ладони. Все. Бля, это все еще. Ты ебанутая, это твои деньги нахуй. Это твоя злость, блядь. А что нахуй? Лёня, ты играешь в дурака онлайн, нахуй, все, я с тобой не общаюсь, пизда, блядь. Да ты в карты даже не играешь. Пизда, нахуй. Дурак онлайн, блядь, у меня только одногруппники ебланы, кто играет в это. Играл, блядь. Пизда, бля. Кринж, ебаный. У тебя памяти пизда, блядь. Володя, еще раз блю, иди сюда. Ребята, второй заход, погнали, блю опять. Я вилку туда уронил, блядь. Мучачи, грачи, сапиньон, блядь. Оцените. Чей сын, блядь. Смешал.
У нас тут есть пиво. Я еще нашел. Скинь пинец. Не скину. Сука, блядь. Суки, сосите, кто не с нами. Кто в Карше не был, того в жопу ебали. Я не был. Пизда. Ебать, спасибо, нахуй. Ленчик, музыку, ну-ка. О. Зацените бекон, ребята. Охуел, охуел, сука. Я ебашу, что нахуй, сука. Чего ты нас будешь доширать? Нацик против шапки, блядь. Это носок, долбоёб. Даня Дзен. Я заливаю море в бомб, курю этот лес, выдыхаю горы. Что, мы звоним тебе? Куда? Он уже туда. А хули ты идёшь? А я тикток это... О, это хуйня. Блять! Ебать! Что-то воспламенилось. Ебать! Ну это баллон, это баллон. Мне кажется, нихуя это не баллон. У меня ж тепло. Чупа. 12 января. Про новогодние праздники прошли. 11. Все люди вымерли. А, блять. 11, неважно нахуй. Перепил вот. Степа вчера. Да. Не помнит нихуя уже. Ребята, алкоголь это не зло. Вот у нас тут ядерный взрыв. Уильям Лоусон нормально. Реально. И большое солнце с ним готов нахуй. Блем, еще опоздаем. Ебать! Ладно, погнали. Привет, ребята. Смотрите, ребята, мы применили профессиональные навыки, сами подобрали, сами купили. Вот, вот так вот закрыли. Здесь все перекрыли, вода перекрыта. Сейчас мы пойдем, бля, вырубать воду в талочке, а я унесу. Если все затопит. Так, давай, снимай, короче, если не затопит, тогда. А, ты будешь крутить? Да. Давай, Степа, руля. Бля, оно в меня сейчас ебанет струю. Давай, ну, контент, готов? Нет. Бля, не страшно. Бля, не могу его повернуть. О. У меня идет вода, все. Сработало! Иу!
Можно срать! Отвернулся тупо, блин. Ребята, как старые добрые, ебашим с Андреем. Надо потом склейки сделать. За пивом. Back to 2017, нахуй. Сука. 10 часов закрывается. Сегодня нахуй Новый год, короче. Пятерочка работает до 10. Поэтому мы, как всегда, опаздываем, нахуй, мы ебланы. Мы вышли слишком поздно. Ищите нас в тупых быдлах. Ребята, мы успели. Мы успели, купили 5 литров воды. Вот, мы ради воды бежали, на самом деле. Пива не было, мы не пьем пиво. Мы против алкоголя. Мы пьем элитный алкоголь. Мы сейчас, следующий кадр. Ебанем, как Андрей, хуярь коктейли. Конечно, Новый год мы нихуя не снимали, какие коктейли Андрей делал. Потому что было некогда, мы жрали. Потому что коктейли были убийственные. Все 10 человек лежали в АФК, все умерли, к сожалению. Только мы вдвоем выжили. Да, потому что мы с Андреем, у нас было противоядие. Вот снег тут упал, блядь, с проводов. Все, следующий кадр, нахуй, коктейль. Бля. Вон дед флексит, флексит, Володя с дедом и с Никитом. Опа, можно. Диджей нормально застыл. Дай. Кто в корсаре не был, того в жопу ебали, блин. Дай.